Добрый день. Как день, Николай Николаевич? Добрый день. Николай Николаевич, замначальник полиции УВД города Саратова. Муров, моя фамилия. Добрый день. Виктор Александрович. Значок имеется. Да. Удостоверение я вам покажу. Не нужно, я не прошу. Значит, цель нашего визита — предложить вам в законном порядке проследовать сотрудникам полиции в отдел полиции номер один, так как в отношении вас возбуждено административное дело производства, предусмотрено статьей 20.2, часть 2. Угу. Организация незаконного шествия 22 числа. Да. Это просьба или требование? В данный момент требование, потому что статья предусматривает арест. Пожалуйста, если вы откажете, да, так точно, арестовывать суд будет. Мы вас задержим, материал направим в суд. Задержится материал. Суд сегодня будет? Суд сегодня будет. А может, пожалуйста, проедем. Материал там. Он находится здесь. Я то есть, соответственно, неисполнение законных требований сотрудников полиции будет расцениваться как нарушение законных требований полиции, предусмотренных статьей 19.3 административного кодекса. Согласно закону о статусе депутата, вы рассматриваете все материалы в отношении вас в общем порядке. В общем, согласование прокуратуры есть. Прокурор согласовал арест? Так точно. А можете показать? Задержание. Санкцию прокурора. Да. Предоставьте, пожалуйста. Значит, согласно ответу прокуратуры, в отношении вас особый порядок не предусмотрен. Возложено в общем порядке. Зачитайте номер письма и дату письма. Номер письма 19/204/28.09.18. Пожалуйста, проедьте в отдел. Там вы ознакомитесь со всеми материалами. Есть у вас возможность вызвать адвоката. Угу. Так в случае, если отказываюсь, какая процедура будет? Процедуру вас задержат, доставят в отдел полиции. Конечно. Видео есть, понятые есть, я вам предложил, пожалуйста. Проблем никакой нет, можете проследовать, ознакомиться с материалом. Ничего себе. Это вот вы, если что, арестовывать будете, да? Мы его задержим. Принудительно, Николай Николаевич. Ага, понятно. Количество суток определяется. Суд-то документы передан? Конечно. И когда? Какие материалы в суд? Вот Николай Николаевич приедет, мы его опросим. Весь материал с проводительным письмом отвезем. Илья Васильевна. Сейчас. Пройдете, наверное? Вы пройдете или нет? Я сейчас думаю. Сейчас я взвешу. А сколько есть минут у Николая Николаевича? О задержании. Санкция арест применяет суд. Нет, вы сейчас говорите. Мы говорим, что статья предусматривает арест. Возможность ареста. А мы предлагаем ему проследовать. Возможности какие там есть? Нет, никаких. Арест. Наказание за это. Арест. Только арест. Да. Часть вторая. Ну, ведите меня. Пожалуйста, чтобы меня подходить. Нет, для красивой картины. Давайте. Денис, а можно аккумулятор? Дашь? А то мне телефон. Без картинок. А? Ну, я тебе отдам. Если выйдете, а? Это же не задержание, правильно? Он же сам идет. Поэтому выходите. Александр Юрьевич, ну прекратите его на самом деле. Ну выходите, выходите. Ну здесь вообще-то здание помощника депутата города. Вы его задерживаете? Он же идет. Он же идет. Поэтому выходим, пожалуйста, отсюда. Выходите, выходите, товарищ полицейский. Ну, мешайте. Мешайте. Выходите. Задерживают. Может, мы нам человек не пойдем? Вы отсюда выходим, и я выйду, поверьте. Я выйду. Может, быть, здесь сейчас. Господа полицейские, выходите. Выходите, выходите. Выходите. Не устраивайте. Смотрите, полицейские мешают. Вы пройдите. А он мешает мне. Вы пройдите вперед. Я прохожу вперед. Проходите. Не провоцируйте, сотрудник. Да не. Кто ж провоцирует? Господи, очень много чести сотрудников провоцировать. Кто кого еще провоцирует? Вы же сказали, добровольно, правильно? Ну, он добровольно, он идет туда. Зачем к вам? Находит с автоматом. Вы же сказали, добровольно. Пожалуйста, добровольно. Машина. Сотрудники позвонили, да? А телефон-то тоже вы отключили? Какой телефон? Не знаю, все три телефона вырубили. Все три.
А он может на своем автомобиле просто? А вы что толкаетесь-то? Нету. Не, взял мне от главного, да, толкается. Путем прохлопывания, с целью того, что он находится в служебной автомашине и предотвращение повреждений сотрудникам. А зачем полицейский меня толкал? Вас никто не толкал. Толкал. У нас видео есть, уважаемые граждане, перестаньте. Если вы добровольно, то его... Если он добровольно, представляете, зачем это? Полицейский. Так.